когда на кону стоят большие деньги. Субмарина покоится на морском дне, полное золото. В человеке пробуждаются самые низменные качества. А что, если они поймут, что их часть будет больше, если людей станет меньше? В борьбе с самим собой. Страшно, правда? И окружающими. С ними надо что-то делать. И бушующей стихией. Субмарина мертва. Мы не сможем плыть или вернуться обратно. А если мы на другой гряде? Тогда нам всем конец. Каждый может оказаться в плену собственной алчности. Они постоянно ищут варианты, чтобы забрать больше и больше и больше. Он убил Блэки. Теперь они хотят убить его. Они хотят всех убить. Но нам нужны все, чтобы поднять лодку. Джуд Лоу, Константин Хабенский. «Черное море». 23 февраля в 20:30. Премьера на «Иллюзионе плюс».